Сегодня я еду в клинику, чтобы мыть голову, снять вот эти вот, наверное, весь этот бандаж. И, собственно, что я сейчас сделаю, это жду, пока за мной приедет автомобиль. Вот можете пока посмотреть, какая красота. Какой красивый Стамбул. Вот и машина. Итак, вот здесь я приехал и едем в клинику, чтобы мыть голову. Вот это, конечно, форма головы. Эксперимент над собой. То есть так, собственно, и дома делали, да? Да. Просто губка, шампунь и выжимать на себя. Что ж, все про все заняло где-то 30-40 минут. Мне помыли голову, перебинтовали, было очень больно. Ну как очень больно? Из 10-бальной шкалы, наверное, 6-7. Больно. Отдирали, что называется, по-живому, выдали крема, шампунь специальный, сертификат, и я еду сейчас в аэропорт. Кстати, еще, возможно, будет полезно. Мне хватило на 4 дня 500 мегабайт, то есть мне не нужно было абсолютно покупать никакую сим-карту. Я просто активировал роуминг, и мне хватило из гигабайта всего лишь 500 мегабайт. Причем я пользовался Инстаграмом, и мессенджерами, и браузером. Возможно, это также будет кому-то полезно. Кое-что важное, как мне кажется, ты должен знать. Чтобы видеть абсолютно все мои материалы и контент, тебе нужно нажать на кнопочку «Подписаться», и ты будешь видеть абсолютно все.